Приветствую вас. Я думаю, что ответ на вопрос, который вы задаете, кроется, собственно, в вашем же вопросе. А именно в том, что для поднятия самооценки женщины достаточно просто увидеть, из-за чего она, самооценка, то бишь, была у нее разрушена. Ну, разрушена, понижена, да, как угодно можно это называть. Понижена самооценка женщины из-за того, что она рассталась со своим мужчиной. Это означает, что сейчас она, как женщина, чувствует себя крайне не очень. Если вы позволите ей чувствовать себя этой самой женщиной, вот, если вы позволите ей чувствовать себя женщиной, то, собственно, это как раз-таки и поднимет ее самооценку. И поднимет ее самооценку, ну, достаточно сильно. Вот. Потому что она увидит, что представляет ценность. Ну, для вас, вот, и соответственно, это будет самым лучшим решением для, ну, для вас, собственно говоря, вот, что и будет ответом на вопрос, который вы задаете. То есть, грубо говоря, если вы сможете дать женщине почувствовать себя вновь желанной, вновь важной, вновь ценной, вновь возможно даже сексуальной, вот, и привлекательной, то возможно она, ну, возможно это могло бы поднять ее самооценку, вот, могло бы поднять ее самооценку, вот. Только ни в коем случае не нужно заниматься психотерапией, да, не нужно пытаться ей помочь, не нужно пытаться ее лечить, вот. Для этого есть специальные люди, для этого есть психологи, а вам нужно только лишь дать ей то, чего ей не хватает, да? То есть дать ей то, что вы можете дать, вот, как, ну, как мужчина, да? Вот. Это мне кажется, как бы, ну, естественным, да? Вот. Быть рядом с ней, помогать ей, если того требует ситуация, поддерживать ее и так далее. Ну, вот. Но вместе с тем, конечно, ни на чем не настаивать, да, и
не давить на нее, потому что ничего хорошего из этого, опять же, не получится, если вы будете на нее давить. Она только лишь, ну, будет отдаляться от вас в этом, ну, в таком случае. Вот. Поэтому я думаю, примерно так можно ответить вам на вопрос. Конечно, развод для любого человека — это трагедия, всегда развод — это всегда травма, вот, психологическая для человека. И нужно понимать, что, ну, что ваши действия, да, они не, ну, не помогут ей в полной мере, именно вот в полной мере не помогут, потому что ей все равно нужна будет все равно ей будет нужна помощь, вот. Знаете, какая штука. Поэтому вам имеет вот смысл, значит, четко понимать свои, ну, границы, да, границы того, что границы того, что вы можете. Вот. А чего не можете. Вот. А вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. С точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, профессионально. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет. Если это действительно так, если вам мой ответ понравился, то буду вам благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.